Ну-ка, Павел, скажи-ка. Да. Второй ротан. Ну, такие вообще здоровенькие, бля. Я вчера это знал, но мне еще, видишь, это непроверенная информация. Да, я как бы еще и не пью шампанское, понимаешь? Да. Ага. Блять, у меня поклевывается. Ну что-то он слабенько вообще долбит. Слушай, а ты зря пакет мочишь. Че ему? Ему ничего не станет. Ты только потом рюкзак свой заэтываешь, нахуй. Да. Конечно. Блять, вот это. Тихо-тихо. Ой, зацепились мы с тобой что-то. Зацепились? У тебя сколько крючков одето? Пиздец, они мощные, да? У тебя? А, ну. Самый лучший вариант это вот так вот, блядь. Доставать их на крючок. Все. Больше я ничего лучше не знаю. Извини, конечно, братишка. Ротанишка, нахуй. Вот, кстати, сейчас твои жабрки оденем. Не знаю, по крайней мере, на николке они так ловятся. На вот эту хуйню. Да они там ловятся-то, блядь, пиздец, здоровущие. Ой, стой, сейчас, стой. Быстренько. Ну, давай. Так, кидай туда, куда я кидал. Сейчас проверю жабры. По-моему, на траве, нахуй. Трава, ну. Так я и понял, блядь. Ух ты, блядь, сошел. Видать, не смог заглотить нахуй жабру. Собственную. Я еще, сука. Удочку нахуй сейчас как сломаю, блядь. Хотя хуй. Ебать, там личинок каких-то под водой. На этой, на траве. Вот такой фокус сделаю сейчас. Почему бы здесь не попробовать? Был, да? Не бойся, не зацепишься, леску у меня вон.
Как ни в чем не бывало, да? Ну-ка, стой, сейчас я... больше делать. Он дохуя сделал, блядь. Зацеп ёбаный. Ну тут всякое ещё... таких ловил на Николских. Блять, вот реально, там они их тащишь, удочка гнется, ебать. А он будет, он ходит же как бы. Но вот он конкретно любит в мударезах стоять. В окна вот когда кидаешь, тогда он, сука. Что-то это, видать, здоровенная сильно. Вот эта ебаная жабра его, на. Пытается, бывает, ну, веткой какой-нибудь килограмм, полкилограммчика. Конкретно, грубо говоря, что мужик ставит. Но. Я так на бальчик, на точку я был. Да ёбана в рот, чё там за хуйня, оборвать надо жабрину. Чуть поменьше сделать. Хуе. Ну-ну. Я им голову сворачиваю туда, рядом с деревом. Блять, смотри, что тут деревья плавают охуенно. Дальше тут полкилограмма, прям точно. Ну, хуже надо. Ну, в смысле, ты прикармливал просто? Им же прикармливал. Ну? Просто ломал гору, и тут просто траву кидал возле берега. Ну-ну. Был, бля, братишка, стоять, ротянишка, бля, видишь, эту хуйню убавил, наживочку попался нахуй. Блять, а, ага, что ты говоришь про удочку? Ага. Ну да. Сколько это? Ну, он же работает, но они дают собаку. Кусок мяса съедение. Такой похож. Ну-ну. Усман бьет и кусок. Когда прикармим, всегда он заебись ему интересно. А не прикармим, то охуел. Ну, в смысле, постоянно потом на одно место ходишь? Ну-ну. Нет, его делают так, постоянно. И сидят, от него получается,
Ну. Да хули он клюет вообще слабо. И непонятно, то ли он, блядь, слабо берется и отпускает, то ли он стоит, заглатывает. Такие дела. Вот и заклювало. Опа. Это не птеродактиль орал сейчас с дачи. Какой-нибудь расстрался есть. Блять, не туда кинул, ветер. Сука. Сюда хотел. Вот сюда. Такие вот дела, ребятки. Попался, братан. Но уже, наверное, сошел. Непонятно. Сейчас его вот так вытаскиваем. Сидит, братишка. Сидит. Ротанчик. А, губа у него порвалась. Таков кармашек, нахуй. Только закинул, ребят. Сейчас такие вот. Штекер, нахуй, типа. Вот так кидаешь. И ждешь. Эти бы ветки убрать, сука. Вот так нахуй, ребятки. Сейчас сюда удочку положим. А вот эту ветку надо сломать как-то. Короче, пробуем. Ломаем. Пошмат на моче. Залезть и наверх попробую. Думаю, сучки. Нахуй не надо. Не надо. Больничное озеро в Таре возле мясокомбината. Че, у тебя Пашка больше нет? Ну я одного только. Ёбана в рот. Я думаю. Если это не ротан, если это не ротан, да. Что за хуй? Ротан.
Дернул, заебись бы. В сторону чего? В сторону домиков. Домиков? Там, да. А что, народу много было? Там проходит. Там теряется всегда. На что там говорит. Понятно. Что, зацепился? Так. Блять. Ебаный в рот. Короче, поклевку ясно, тут хуй проебешь, да? Так дергает. Здраво. Че, блядь, братаны не ловят? Ротодинозавр. Нихуя, он поди с такой скоростью еще ни разу не плавал. Как я его спиннингом притянул. Видишь, и этого я пригнал следом. Они, братаны же, рядом ходят. Тусуются, он поди думает, блять, куда мой братан поплыл? Такой бешеной скорости. Так, нахуй. Так, нахуй.
же самое. В смысле? Ну я понял, что в прямом-то. На кого? Жабрина. И что, думаешь, на него ловилось бы? На жабру. Ты тут поймала, там, хуже сказать, не поймаешь, там крупнее есть. Хуй знает, я что-то даже не знаю, что с жабами за фокусы. Сейчас далеко не буду кидать нахуй. Вот так. Хоп. И заебись, да? Угу. И сейчас посмотрим, что тут будет твориться нахуй. Рядом. С бережком. Теперь вытаскиваем. Блять. Так стоять как-то надо. Блять, этот нормальный. По весу. Такой, братан. Блять. Сука. Блять. Куда я ножик закинул? Сюда пока. Че, дергал? Блять. Хуй встанешь нормально. Сука, как я стоял. Потом тут вот так. А тут, по-моему, вот так я стоял. Тут я должен улететь буду. Так, понимаешь? И вот сюда в окошко так, хоп. Клеш, что ли? Зацеп ёбаный. Слышь, как они ртами хуярят. Сука, вот это два костик убрать мне, а? Было бы не то, что заебись. Бля. Подержи мою удочку пока. Сейчас я вот эту хуйню попробую сюда. Блять. Так, это надо встать. Вот сюда. Сюда, сука. Сейчас бы не улететь вместе с этой хуйней. Бойся. Сейчас. Сделаю нахуй. Так. Как назад сюда задеру, не? Там. Так. Тихо. Ага. Так, о, чё, еще до вот этого добраться? Бойся. Так, так нахуй. Все хули. Сейчас можно рыбачить смело, никого не бояться. Да. Алло.
это не я ответил, понимаешь, это был сонный Антон. Ну понятно. Это был Антон во сне. Ну, я приеду, батя позвонил, узнаю. Он сказал, что можно будет сгонять. Хорошо, да. Ну, ну давай, ага. Антон! Дергается тебя, по-моему, по чуть-чуть. Ебал, что, 3-3 штуку уже туда сошел. Может, карась? Может. Потому что это место для карася тоже пиздатое окошко. Ты чё, сука? Поклевун ёбаный. Ой, ты такой хорошенький, красавчик. Так слабенько взялся, блядь. Тебя даже вот так можно отцепить. В ноздрю, прикинь, залезло ему. Рот раскрой, блядь. Чё, думаешь, похвалил, выебнуться можешь или чё? Знаю, что у тебя челюсть мощная. Как у акулы. Смотри, смотри, что творится. Второй начинает дергать чуть-чуть. Провел. Тут шикарно было. Заебешься, по-моему, блесну кидать в такую мудорезку. Да, ведь не в этом. Найти можно какие-нибудь, по-моему, блесну. Да он не так, он не резкий, он же не плавает так быстро. Ему это нахуй не надо, он только так подошел и пук. Да вот туда, блядь, опять под куст. Хуякс. И все, и так стоять ждать. Клюва. Да. Да пиздец, блядь. Утка. Уточка плавает вон. Она уже какие? Вот она плывет, сука. Нас не видит нихуя. Тихо-тихо, пускай сколько подплывет. А вон вторая. Блять, клюет там меня нахуй. Что ли?
нихуя не боится. Ну. А у меня там-то кротан и остался, походу. Он меня клевал. Да он нихуя не видит, вообще тормоз какой-то. Да. Алло, алло. Привет. Блять. Ну, не до конца еще, может, недельку. Вот. У вас что там кайло? Охуенно. Ёбаный в рот. На чё опять? На чё? Олежка недалеко нас дома. Ага. А хуй тебя ему не надо? Да. Завтра уборит, да? Бабки с нас тянут, тянут. Я хуй его знает, не спрашивал. Ну, я думаю, тоже где-то так. Вообще ни одна фотка на работу не ходит. Да мне как-то это, знаешь, это дома не ходил. А вчера диплом обмывал. Диплом обмывал. На Щелкана. А, там гуляли. На базе вот. Нет, я с этой. С однокурсниками Людмилой. Нет, почему? На Щелкана. А там пруд. Лодочка, хуёдочка там. Беседка большая. Хорошо, удобно. Есть, они не дохуя. А за Баженова? Тоже, может, и шей. Нормально, здорово. Да. Да. Здорово. Ну, я на всякий дел. Что? На. На. Угу. Допить, наверное, поехали. Ну, я и говорю, пить, наверное, поехали. Я такого еще не было. Крот, блядь, ротан. Нихуя себе. Динозавр хуй. А ты так мыть еще был. Thank you.
почтулете. Я вроде вот то пивка, то водка, то самогонка. Я греб уже. Ну, что тебе мешает? Да? Тоже надо. Ну так тебе, знаешь, на твачу так все завозить, потом землю. Рыбалку одет. Вчера мне звонил. Чё он делал? Ну, бухгалтер. Диплом защитил он. 10-го получать будет. На рыбалку. 2 дня надо ехал. Хуярил нахуй. Диплом этот нахуй. Хули меня без этого, без троек нахуй. У меня вообще отличник, да. Но почти. Никуда не подавал. 20 рублей в год. 20. Да. Ёбаный, сука. Дёрнулся. Иди сюда. О, смотри, только в жабру надавил сразу же и выплёвывать начал. Понял? Прям выплюнул, блядь, с радостью, нахуй. Понял, хули тут ампутацией пахнет. Просто его надо часто перекидывать. Ребятки, я бы вас вот сюда даже подвешу, чтобы вот тут висели, нахуй, и все. Было бы ништячно. Ну, блядь, спиннинг потом не забыть. Ага. Хуйню бы эту не потерять. Потерял нахуй. Иди сюда нахуй. Сейчас будем вот так нахуй. Перекидываем хуй якс.
наверное. Ну, если подключен мобильный банк, можно по телефону. Ну. Да. Ну, ты что хотел бабки перебросить? Во! Видишь, как надо возле травы вытаскивать. Не заглотил нихуя, да? А где? Есть? На дне. Ага. Два. Два? Хотел сказать, какой-то дрищ два раза клюнул, а забыл, что не имеет свойства заглатывать. Стоять. Красавчик. На Красноозерке бы мы, по-моему, натаскали сейчас, да? Да. Ну ничего, там, блин, клюет арка. Ну понятно. Да. А, не знаю. Сердце мотора поймал. Мотор поймал. А там есть петля, там два штуки было петля. Так, я просто, чтобы сказать, что, блядь, пиздец. Пиздец. Не скажу, что крупный, не скажу, что пиздец, да. Леднячок. Ну, пойдет оно. Попался. Ну я бутс. Хуец. Дай мне ножик. А он вон лежит на этом, на сумке. Не, не слушай.
так вот, что разговаривает, по телефону звонит. Звонит, хули, мне сегодня поспать-то не дали, не надо. Все звонят, блядь. Хорошо, вчера сети не было, на. Хорошо, посидели, на. Да я вообще поставил на полет, я отдыхаю, пошел сижу. Жрали до утра. Когда мы приехали в 10 часов, в 10 уебали спать. Ну вот, один телефон, второй телефон, ебано. Все, он столько не спит. Я что-то не подумал, что нужно пить нахуй звук. Не дали по столкам поспать. Спать еще съездил. Диван помог выкинуть. Вот, знаете. Ждет. Новый, он вот мне только звонил, только проснулся, харел, блядь. Я еще когда сказал, говорю, иди, скажи ему, что пора вставать, нахуй, время уже. Он что будет ночью, нахуй, делать? Я все понимаю, то, что мы ночью прогуливание решили. На веселе, блядь, заебись. Не знаю, что день спать, нахуй. Я хули, пойдешь на рыбалку? Не. Он не понял даже, что он какого прыгал. Ну, не крем. В диком сне. Да там хуй, блядь. Подружки парни приехали нахуй. На, блять, я болевал, нахуй. Телефон был подключали, конечно. Там хули. Каждая налево ходит. Ну, тем более можно было нахуять. Какашку, ага, бы сама бы на кустах бы дала бы на. Чтоб подруги не видели, что как бы она и того не такая. Блин, телефонов добрались. Где-то. Ну, они сами идут, блядь, хули пьяные, блядь, позвали. Че им не кувыркалось это? Я еще не знаю, что батя позвонит, доку, прям. Нет, так надо просто на какашке он на стеж вытащить на терку можно будет рвануть. Ты машину сделаешь, не? Ну вот если батя уже никуда не попрет, то просто выдернем его на стеж на костнозерку можно будет рвануть. Потом добро бать позвонишь. А жопу деляться.
Одна морская капуста, блядь. Да это временно. Пиздец, бля. Фитилем, наверное, все испортили. Хотя он сильно-то и не шуганный ротан, ему похуй. Так ведь? Надо просто угадать, куда он подошел. Ёбану в рот. Чё, наклони её, да и всё. Вот так, давай подержу. Ветку наклоняй. Без всяких проблем, нахуй. Выше, по-моему. О, где она? А, ну выше. Вот, бери, бери, Сашка. Все. Где она? Вот тут где-то. Вот. О. Так, держи. Ломаем нахуй. Так, глядишь, новое место образуется. Вот так вот пляжи и образовываются. Постепенно, постепенно все разламывают нахуй. А тут, видать, никто и не рыбачил-то на удочку. Тут, видать, просто под фитиль заебенили нахуй. Срубили Коли и все, я так понял. Его знает, навряд ли. Блять, на Красной Озерке бы сейчас, наверное, ротана была, пиздец. Да, мы всё-таки не туда сходим. Так во сколько, если в чё? Ну вот сейчас батя приеду. Он тоже на ротана хочет? Я не знаю, нащупаю на него, хочет. Так а он куда думает? Не знаю, вот это надо звонить там, подвернусь. Народ дохуя собирался, он нахуй. Ездит? Угу. Не знаю, что это. Я думаю, нащупал.
чтобы батя подарил. Пинку тебе подарил на щуку. А? Пинку подарили. Для Жени? Ну, конечно. А-а-а. На работе поди или дома? Почему дома? Да? А, вот сейчас днюху? Ну. Но... Антошка, привез в Томск. А, я рассчитался. Что за спиннинг? Какой он плохой. 2,70. Да кого нынче на щук-то хоть ездил? Не дал, тот сыграл. В том году ремонты были наши. В том году ремонты были. Ну, хуяри нахуй. Идет мешками нахуй. Кого? Кого? Щуку. Па, куда нахуй постоянно гоняли. Куда тут постоянно 10-килограммовый мешочек полный нахуй. Проходили, вот делают. По краю. Ну-ну. Получается, там меньше было намного. Ну я знаю, по какая краю. Она там. Потом нахуй на лодке там в чаше. В чаше тоже. Хуяк-хуяк, нахуяришь. Тоже телефон скоро сдохнет. Ну. Вообще в Устишиме, говорят, заебись ловится она. Нихуя себе. Она хоть в Тибрис, хоть в Устишим лети. Не, там ниже нефтепровода, понимаешь? Или газопровод, что там идет? Это увы ты, блядь. А? Сюда ехать на неделю, на... Угу. Я думаю, что сходить на пленницу попробовать. Где были? Но. Нет, ты там и вот. Да похуй. Там что, блядь, все, убрался. И куда побрал? Ну, ты вы, не. Угу. Вот тут подберешь, хорошо? Угу. Едем, едем. Другое мы окно.
Так, червей взял, да? А чё фитиль-то не взял? А? Чё фитиль не взял? Спрятал, а? Я его спрятал. А? Ты запомнил точно где? После первого места идёт. А? После первого места сразу не идёт. Ну, а то вдруг хозяин. Едем, едем. В соседнее мы место. Чё, сюда же, да, по-моему? Ехали, ехали. Блять, я рогатку не взял. А нахуй она нужна? А? Ехали, ехали. Его зажёг, ну везде, блядь. Короче, он не твой был. Он не твой был. Так. На мой поплавок посматриваю, я сейчас пока сниму крючки. Я здесь. Кто? Откроем, говорю, тут 10 ручек, по 1000 каждый день, а мы нахуя его будет не шел. Думаешь? Да я. Он такую хуйню любит. Он на одну удочку не рыбачит. С одним пучком. Мы с тобой очень сильно правильные, блядь. Угу.
постоянно его пьёс. Постоянно, блядь. Где все у нас? Вот все у нас, сука. Все грузики высыпались, блядь. Видал, какая снастка? Правда, рассыпалось все. На спиннинг, нахуй, все уже готово. Одевай только, нахуй. Чик-чик. Братан? Братан. Помочь? Или ты справишься? У меня уже азарт. Ёбана в рот, чё я тупил-то, блядь? А? Эту хуйню всё уже забыл даже. Так, а Славик что, дохуя наловил был? Нет. Ну ты говорил, он что-то ездил на больничный. Он ездил, хорошо. Он ездил, когда утром плевало. Блядь, где мой телефон? Где моя труба? А чё, он выключился, что ли? А кто это звонил? Прикинь, даже не знаю кто. Ты кто-то мне звонил, блядь, представляешь? Алло. Алло. Ну, где-нибудь часа через полтора, может. Ну, не знаю. Ну, я тебе, может, пораньше попробую позвонить. Может, возле твоего дома, когда буду, позвоню. Ну, давай. Блядь. А сколько с пристани такси стоит до меня? Блядь, у меня наличка, сука, только с карты снимать потом. Ну-ка, тихо. Мотор, да? А? Ну с мотор, да? На РТШ. Всего 270. Ой. Ну, 270. Так, это ротанчиков потом. Сейчас, короче, мне надо спиннинг разобрать.
Че, клевал? Мне даже интересно, клевал у тебя или нет, потому что, блядь, я сам не рыбачу. Занимаюсь всякой хуйней, блядь. Ненужной. А у тебя иртышовские спиннинги тоже крокодилы, да? Как у меня? Или такой вытяжной? Один только этот, в принципе. С одним коленом. Ну, в смысле, два колена. Ну, это заебись, да? Ну, то, блядь, у меня тоже такие вот были это. Ну, как удочка, ебать. Такая залупа, пиздец, блядь.